находимся на площади перед Орлом. Вокзал города Орла. Вон вокзал. И сюда мы подойдем чуть позже. Вся площадь как большой рупор. Под углом построены здания. Вот они. Большой рупор. Полукругом. Кто строил? Когда? Хрен его знает. Вот тут так называемый дворец железнодорожников. ДК железнодорожников. Что замечательно. Естественно, послепотопное здание. Первый этаж закопанный. Очень классненькие просто резонаторы под крышей у них. Излучатели. Они каменные, но они прекрасно излучают. Вся эта крыша фанила. Фанила просто, все завитки повторяли движение эфира и направляли его. Просто великолепно, просто роскошно. И так по всей крыше, по всей буквально. Раз, два, три. Сходится в одном. Лепесточки замечательные. Шесть. Три, шесть. Асбестовые эти полусферы, они светились. Класс. Вот они. Ну что замечательно, это вот это вот. Вот, просто роскошно. Казалось бы, сраный орел. А тут такое осталось, такое. Вот они, эти сотовые структуры с направляющими штучками-излучателями по краям. Вот они, ну лепнина, это понятно. Но вот тут что осталось? Так строили. Такая идеальная симметрия. Ну, это просто роскошно. Просто роскошно. Вот они, везде, везде тут. Ну, кстати, часики остались. Это жалкое подобие того, что было. И мы сейчас скоро туда пройдем. Профиль отлично, прям четкий рупор. Это никакой не цветочек, это излучатель, типа антенны Вивальди. Вообще роскошно. Вот это вот, вот по этим вот желобкам вибрации энергии струились вверх. Вот оно создавалось поле наложением, стоячая волна. Вот в этих проемах это вообще что-то с чем-то, что было. Замечательный шпиль, вообще просто прелестный, прелестный. Интересно, из чего он здесь находится? Статуя орла. Мы находимся в городе Орел на вокзальной площади. Роскошные. Атмосферные были светильнички атмосферного электричества. Вот что здесь вот убрали, что-то было. А вот вензелечки остались. Ну просто роскошно. Роскошно. Это не новодел, это так и было.
Вот оно. Красота какая. И вот еще одна. Ну вот вышки 5G, они вообще там лишние. Давайте посмотрим на само здание и на колоннады. Никто не знает, когда строили, зачем строили, почему так. Так строили, и все. И хоть ты тресни. Вот рупор полукругом, идущий на центр. Тут подозреваю, что вот тут была стела некая. И вот отсюда все, как на площади в Риме, фокусировалось на излучатель вверх. И вот с того здания в греческом стиле то же самое. С алтаря через центр било сюда. Роскошные здесь волноводы, тоже с излучателями. Просто прелестно. Посмотрите. Просто роскошно. Везде одинаковые. Вот излучатель с лепестком. Вот это вот шишковидные такие накопители, конденсаторы. Вот можно по высоте посчитать длину волны, потому что это волновод. Волновод, концентрирующий в центре все. Все шло вот так вниз на центр площади уже. Так строили. Греческий стиль в греческом зале. Кто строил, когда строил. Роскошные излучатели в виде замечательных ракушек. Где орел, а где море с ракушками. Но почему-то строили вот из ракушек. И в виде ракушек. Гениально. Просто роскошно. Вот подозреваю, что вот дальше что-то было еще в этих колоннах. Замечательные ракушечки, просто роскошные. Все как всегда. Макросхемы. Все здания были элементами схемы. Излучали, получали, передавали и так далее. Просто прелестно. Ну чем не Афины, чем не Греция? Орел. Так что, соратники, будете проезжать мимо Орла, выскочите на 5 минут, посмотрите это великолепие. В общем, будете проезжать мимо, проезжайте мимо. Вот это можно посмотреть из окна. Но обратите внимание, это стоит того, чтобы посмотреть мельком. Интересно. Вот прям по центру. И тут что-то было кроме часов. И вот это что-то кроме часов на центр шло. И вот тут было тоже что-то. Потому что вот этот вот храм в античном стиле, он тоже излучал. И вот там встречались все силы. Там был вихрь. Немножко это чувствуется сейчас. В общем-то... Крепостные, говорят, да? Крепостные все, мужики в лаптях буквально вот. Рассчитывали диаметры труб, насосы делали, да? Еще один домик в центре возле ЦУМа.
все это допотопная архитектура, но мне интересно вот та штукенция на крыше. Вот, собственно, сам ЦУМ, тоже переделанное здание. А вот рядом там крышу почти не переделали. И вот такая штука стоит там. Якобы флагшток. Вот интересно, часть могил вот так расположена. Прямо на север какой-то, а вот часть на запад. То есть расположение, позиционирование могил как будто в какой-то момент изменилось. Странно. А, вон там я вижу какой-то склеп. Это 19 век, да? По-моему, да. Вот эти вот узоры интересны. Символизм. Ай. Аккуратно. Уже понял, все. Смотри, аккуратно. Тут надписи никаких, а них нет, не знаешь. Вот, здесь, ну, все какие-то узоры, вот, там, папоротника. Ну, отогни, пожалуйста, не слышу подробно. А что там изображено, не видно? Не, не видно. Понял. Тут узор такой, надо. Понял. А тут что за надпись? Ну это покойся, правда. Ваджде Александр. А, ну ладно. Надежды. Прав надежды. Так называемая банковская школа. Она же бывший какой-то ликероводочный завод. И вот что мы видим тут. Мы видим резонатор, кругленький Rose Windows, слуховое окно. И мы видим замечательные антенки. Ай. И мы видим антенны и... Как бы тебе сказать... Решетки для атмосферного электричества. Конусные крыши. И вот тут на углах тоже стоят резонаторы интересные. Интересная кладка, естественно. Но вот тут первый этаж тоже интересный. Другого здания, соседнего. Вот мы в центре Орла тоже. Вот там наверху тоже интересные стоят стеллы. Когда-то вот тут везде наверху на каждой стояли шары, конденсаторы. Сейчас уже нет. Но вот интересен так называемый ТЮЗ, театр юного зрителя. Вот с такой хренью.
наверху. Шар явно наводил, но там был другой шарик такой же. Непонятно, зачем и кто букву А перевернутую туда посадил. 1799, говорят, но это чушь. Вот такой интересный купол. Ну, естественно, интересные вот эти вот узорчики, которые копируют форму волны. Церковь на слиянии орла и орлика. Примечательного ничего, от слова совсем. Немножко интересна вот эта вот скважина прямо на территории церкви. Сейчас подойдем поближе. Но пока я поснимаю колокольню, которая вот здесь вот находится. Ну, понятно, что вот эти шарики исключительно для красоты были и есть. Вот исключительно для красоты они тут покрашены. Ну, понятно, что антенку убрали. Но вот эти шарики с ртутью прямо покой. Вот эти резонаторы замечательные, они остались. Несмотря на то, что все замазали. Что-то интересное осталось. Вот эти вот резонаторы тоже прикольненькие. Вот этот крестик замечательный. Ну так совпало, что он такой формы. Завитушки тоже интересные. Перед церковью ставить вот такую штуку, ну как-то странно. Оградка может быть новая, но вот что интересно, вот, вот эта скважина, ради которой я сюда и пришел. Этой скважине точно больше 100 лет. Вопрос. А как добывали воду с глубины десятки метров раньше, больше 100 лет назад? Ну, это старые дома допотопные. Колонны просто потрясны. И вот еще одно подтверждение того, что это здание построено не в советское время. Вот этот вот шпиль совершенно замечательный. Вот с этой вазой. Совершенно замечательная ваза. С какими-то усилителями. Приспособили под флаг. Вот мы там были. Вот это здание администрации, то же самое, которое я недавно показывал вам. Якобы построено в советское время. Да.
вот с такими вот арками, наполовину в земле. Вот с таким зданием, с таким замечательным куполом наверху. Чуть позже покажу. И вот с таким столбом. Стелла. Тоже якобы в советское время построенный. Ну-ну. Ничего примечательного нет, поэтому мы туда не пойдем. Дворец пионеров имени Гагарина. Замечательно. Зачем пионерам вот такое количество завитков? Наверху. Три слоя.